Всем привет, у микрофона снова я, Ник Клаузер. Сегодня покажу, как же делать, как у меня разрешение. А то 16 на 10. Заваривайте чаек, но мы начинаем. У вас должен быть телефон Xiaomi. У меня телефон Xiaomi Redmi Note 4. Девайс, ну, в принципе, не рекомендую брать. Но он более-менее тянет стендов. Ну, так, нормально. Так, заходим в стендов. Выходим. И нажимаем на вот эти три, ну, чтобы у нас вот так вот началось. И начинаем разделить экран. Перетаскиваем приложение вот так вот. Разворачиваем телефон, чтобы у нас он был ровно вот так вот. И вот видите, вот эту шторку, ее мы тянем вверх немножко. Делайте прям как показано на видео. Тут вдруг, вот, не знаю, как-нибудь сделайте по-другому. И будет у вас 4 на 3. 4 на 3 вообще не рекомендую играть, потому что там капец как растянут экран. Сейчас грузится стендов. Кстати, если что, я реально записываю ночью. Ну как ночью? На дворе уже 5:27. На дворе уже почти утро, даже день уже. Вот и тянем вот эту фигню вниз. Вот. Уже у нас растянулось. Вот, ставьте лайк. А, кстати, потом вам нужно будет кастомку обратно ставить. Потому что там чуть-чуть собьется. Вот, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Ник Клаузер. Всем пока-пока.